Поверь, все будет круто, поверь своим мечтам. Вот ты где, Пашка! А я тебя по всему дому ищу. Как спалось-то, Павлушка? Так себе. А я не спал. Бухал всю ночь. Прилег только на полчасика. И мне такая мерзость приснилась, будто меня нагайкой высекли. Вообрази, кто высек-то? Подъятовал поцелуя без сотников сильника. И так больно высекли черти. Ну так чего, Паш, ты думаешь-то, а? Не будешь, значит, на деньги в очко играть против места? Какой ты душный, Витя. Я же сказал тебе, что не играю. Плати деньги, место твое. Ну я не хочу платить. Ну, Паш, ну как-то это не по-пацански будет. Ну что, мы торгаши, что ли, какие? Давай сыграем. Давай сыграем в шашки. Я уже сказал тебе, что нет. Шашки — это чистое мастерство. Паша, и потом, я тебе больше скажу. Во-первых, я в хламину, а во-вторых, я очень плохо играю. Паша, очень плохо играю. Ну, я такой в детстве играл. 2 раза. С бабушкой. Вот. Ну, хорошо. В шашки сыграю. Условия простые. Так. Выиграешь — отдаю тебе место бесплатно. Так. Проиграешь — 100 миллионов мои, и никакого места тебе не будет. Эх, Паша! Была не была. Рискну. Но только... Что? Только, ведь ты только не обижайся. Ты сначала деньги эти покажи, что они у тебя есть. Так. Ты, значит, слову моему не веришь, да? Казацкому слову ты не веришь? Верю, Вить. Деньги покажи только сначала. Ты человек широкий. Мог и забыть случайно, что они у тебя... кончились. Так кто, подожди, у кого деньги кончились? Это у меня, значит, деньги кончились, да? Паша, смотри. Вот сюда смотри, Паша. Это у меня, значит, деньги кончились, а? Это что, Паша? Скалдырники, смотри. 200 пачек, Паша. По 5000 ровно 100 лямов, Паша. Ровно 100 лямов. Смотри, я российский чиновник, а не какая-нибудь голь подзаборная. Вижу. Доказал. Прошу прощения. Готов сыграть. Ну и сколько хороших мне дашь? Вперед! Это с какой же стати? Ничего? Как? Ну давай хотя бы 2 хода будут. Не хочу, я сам плохо играю. Знаем мы, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо играете. Давненько. Знаем мы, как вы плохо играете. Не брал я в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо. Отсади-ка ее назад. Какую? Да шашку эту. Что через ход в дамках будет, а она-то как тут очудилась. Раз с тобой невозможно играть, так не ходят по 3 шашки вдруг. Паш, как по 3? Как по 3? Вот это? Это по ошибке. Пожалуйста, я ее отодвину назад. Пожалуйста, продолжаем игру. А вот эта другая? Какая другая? Ну вот эта, что в дамке прорывается. Ну вот тебе на. Неужели не помнишь? Нет, брат, я все ходы считал и все помню. Это ты ее сейчас втихаря пододвинул, а ее место вот где. Да ты, брат, погляжу, сочинитель, фантаст. Да нет, брат, это, кажется, ты сочинитель. А ты за кого ты меня принимаешь? Ни за кого я тебя не принимаю, но сыграть с этих пор с тобой я никогда не буду. А ты не можешь уже отказаться? Игра начата! Нет, я имею право, потому как ты не так играешь, как прилично честному человеку. Врешь! Ты не можешь мне говорить в лицо такие вещи. Нет, брат, ты сам врешь. Я заставлю тебя играть. Ты меня еще заставлять будешь. Я
это не страшно, что ты смешал шашки. Я все ходы помню. Мы их снова расставим и продолжим играть. Нет, брат, с тобой играть невозможно. Полушка! Порфирий! Я заставлю тебя со мной. Ты сам видишь, что с тобой невозможно. Я заставлю тебя со мной. Нет, брат, ты сам... Это что такое? Что? Театральный реквизит? Ты брат, жулик? Ты сам видишь, что я не могу с тобой играть? Я заставлю тебя со мной играть! Ты сам видишь, что... Вот эти его! Невозможно! Петя! Нет, стоп! Я приду лучше. Снимайте с него штаны. Салимон! Сейчас он на нас поскачет! На бомбу! Нет, на бомбу! Не бейте с тобой!